перестаньте меня пугать. Хорошо. Простите, что испугалась. Меня зовут Хо-Хо. Меня зовут Хо-Хо. Я девочка-лисичка. Я ужасно боюсь духов. Но мне приходится их прогонять. А недавно я столкнулась с одним существом. А? Страшная ли эта история? Ну, не совсем. Хотя я тогда испугалась. Я постараюсь рассказать, друзья. Я однажды смотрела с мостика на речку. Ох, сегодня хоть спокойно. Надеюсь, меня никто пугать не будет. Ошибаешься, забыли про меня. Ой! Проведем новые тренировки, чтобы ты стала храбрее. Не надо! Я просто хотела погулять. Я не хочу бояться. А, ну, если так, давай потом потренируемся. И потом не надо. Ох. Вы спросите, с кем это я разговаривала? Это хвост. Дело в том, что в мой хвост запечатан Хилибоби. Своего рода дух. Вот. Я отправилась гулять. Я оглядывалась по сторонам. Мне все же было неспокойно. Ох, надеюсь, никто больше не будет меня пугать. Вроде все спокойно. Ладно, пойду. И только я расслабилась и пошла гулять, как вдруг вдалеке я увидела два светящихся глаза. Они зловеще смотрели на меня. Ой, что это? Кто-то на меня смотрит. И эти страшные глаза стали приближаться ко мне. Я тут же побежала. Нет, 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 нет. Не трогайте меня. Не надо. Помогите. А к кому ты бежишь, моя дорогуша? Кто тебя на этот раз испугал? За мной бегут те глаза. Я бежала со скоростью ракеты. Но эти глаза все равно не отставали от меня. Я в итоге подскользнулась и упала. Ой, не подходи, уходи. Я боюсь, сильно-сильно боюсь. Эти страшенные, светящиеся глаза догнали меня. И только я приготовилась к худшему, как вдруг услышала веселый голосок. Здравствуйте, друзья. Это говорит Пом-Пом, проводник Звездного Экспресса. Приглашаем вас в наш замечательный поезд. Вы найдете новых друзей, увидите новые места. А еще я приготовила для вас подарок. Угощаю вас вкусными пончиками, которые я обожаю. Приходите скорее в Звездный Экспресс. Будем вас ждать. А? Ха-ха! Так это нас приглашает в Звездный Экспресс! Чего ты испугалась этого милого робота? Это даже не злой дух! Эх ты! Ха-ха-ха! Надо устроить тренировку на храбрость! Не надо! Лучше давай мы пойдем в Звездный Экспресс. Ой, робот куда-то отправился. Эй, подожди, Мас! Я побежала за роботом. Я решила следовать за ним, чтобы не потеряться. И этот робот привел к Звездному Экспрессу. Тут из вагона появился ушастый зверек в форме проводника. Это была Пом-Пом. О, к нам идут гости! Ура! Здравствуйте! Ой! Эй! Не надо меня пугаться! Все хорошо? Да, просто это было неожиданно. Я вас не обижу. Позвольте представиться. Меня зовут Пом-Пом. Я проводник Звездного Экспресса. А я Хо-Хо. Очень приятно. Билет у вас с собой? Билет? Ой, а билета у меня нет. Ой, снова этот робот. А? Он дает мне билет? Спасибо. О, так к вам пришел наш робот. Ха-ха, здорово. А вы пробовали мой вкусный пончик? Еще нет. Как же так? Сейчас угощу вас чаем. Идемте. Можно на ты, если не против? Я поначалу боялась, но затем вошла в Звездный Экспресс. Было очень светло.
А еще было много мягких диванов, на которых можно было посидеть. Пом-пом дала мне чашку чая и пончик, который принес мне робот. Я давно так не улыбалась. Мне стало немного веселее. О, как вкусно! Мне давно так не было хорошо! Это здорово! Я рада, что очень вкусно! Тебе на душе стало веселее? Мне? Да! О, глядите-ка! Давно ты не улыбалась! Ой, хвост, не пугай меня! А? Кто это? Еще один пассажир Звездного экспресса! Я с ней! О, тогда я тоже вас угощу пончиком и вкусным чаем! Спасибо! Вот так я узнала о Звездном экспрессе. Думала, что встретила страшное существо. Оказалось, это робот, который пригласил в Звездный экспресс. Ох, вроде рассказала. Я пойду. Ох, снова страшная работа. Духов прогонять. Пока. Ой, не пугайте меня!